Привет. Это цилиндр Tessa TX80. Тут интерактивный пин стоит. Обзор самоимпрессии. Универсальный ключ подходит практически ко всем замкам, таким как ASBE, модель HSK YALE, модель HSK NMF AS Abloy, Tessa T80, TE80, TX80. И сейчас я еще покажу. Это у нас ключи от замков Ялы, разные цилиндры, и инструмент сюда тоже подходит. Это цилиндр ASBE, вот с таким ключом. Тоже сюда подходит и открывается, в принципе, без проблем. Сейчас я конкретно покажу, протестирую на цилиндре Tessa TX80. Очень все просто. По рядом есть ребро жесткости, на него ложим фольгу. Вот так вот пальцем фиксируем. Так же самое с другой стороны. В комплекте есть вот такая линеечка, ей раз загладили, переворачиваем, второй раз загладили. Все, в принципе, готово. Переворачиваем. Смотрим, чтобы у нас все было четко. Еще разочек можно. И аккуратно вставляем. И просто вот так качаем вправо-влево. Можно вот такими движениями, они помогают обходить антипикинг, ловушку. И вот, в принципе, уже открылся замок. Иногда эти цилиндры, когда мы их открываем, они могут подклинивать. И имея вот такую силовую рукоятку, легче, скажем, за счет маха, очень легко вот этот пин, он иногда сопротивляется в носике, интерактивный. Поэтому вот такой рукояткой очень легко его сворачивать. Ну, в принципе, допустим, этот цилиндр уже открывался и на данном этапе открылся без проблем. Вот так, сейчас я покажу секретность. Все пины на месте. Верхние, видно, да? И эти. Полностью идентичный ключ.